Итак, всем привет, мои дорогие. Это мой уже третий, наверное, заказ в Таджикистан. Что-то мне все не хватает. Не хватает и не хватает. Выручила меня Каримова Нигина, ПВ Абдурахмонова Райхона в Нау. Вот, значит, это все Самани. Такой вот заказ у меня получился. Итак, что у нас абсолютно закончилось? То, что мы пьем по 10 тысяч сейчас, пока в поездке, мы решили пить по 10 тысяч международных единиц. И, к сожалению, у нас все закончилось. Поэтому D3 мы уже открыли. Мы уже его там пьем вовсю. И заказали побольше, потому что нас 5 человек в этой поездке. А 10 тысяч, если считать, что 2 тысячи, это всего лишь, считайте, тут всего 60 штучек. Одна баночка на 12 дней на одного человека, поэтому уходит он у нас очень-очень быстро. D3 это, ну, без D3 не похудеть, это во-первых. Во-вторых, D3 это самое что ни на есть замечательное противовирусное средство и так далее. Артикул 157-77. Я его заказала немало, потому что тут всего 60 штучек, поэтому заказала поболее. Да, значит, омега у нас тут, еще D3 идет. И, конечно, омегу. Омегу в акклиматизацию можно пить по 3 штучки 3 раза в день, потом можно переходить по 2 штучки 3 раза в день. Мы его прям тоже всей семьей пьем. Викуся по одной пьет 3 раза в день. Артикул 157-79. Ну, это у нас что? Это красота, это молодость, это сердечно-сосудистая система, это память и все-все-все. Полиненасыщенные жирные кислоты, они не вырабатываются самостоятельно организмом. Их нужно получать извне. Поэтому такая кучка мала у нас с вами получается. Поэтому, да, я заказала всего на всех. На няню, на воспитателя и все такое прочее. Далее я поняла, что не хватит нам биологически активной добавки к пище, потому что мы тоже употребляем вот этот вот иммуномодулятор Форте. Получается, по 2 штучки в день. По 2 штучки в день в пятером. Дочка одна, то есть вчетвером. Не то я немножко сказала, дочка одну пьет. А мы все вчетвером пьем по 2 штучки в день. Артикул получается 156-78. Тут тоже очень хороший список витамин, как вы видите, да, то есть и хлорелла, и спирулина. В общем, это все нужно. Тем более, что у меня дочь вообще что-то аппетит потеряла, и у нас ничего не получается. Клевая и классная, очень классная умывалочка. Одна у меня уже закончилась, и у дочки уже подходит к концу. Поэтому мы вот заказали себе. Я уже свою открыла. Это Global Oxygen. Она приходит в такой вот коробочке. Получается, одна полная еще. Вот я ее сегодня дочке отдам. Она мне еще пустышку не сдала. У нее еще есть артикул 5807. А вторая моя. Ну, способ применения у нее легкий. Наносите на лицо, таким образом массируете, желательно умываться всегда 2 раза, то есть я 2 раза ее наношу. У нее очень приятный свежий аромат, и именно вот у этой умывалки с артикулом 5807 она идет как эффективное очищение кожи. Она создает ощущение свежести, не вызывает чувство стянутости, улучшает тон кожи, делая сияющей, нежной, подходит для снятия макияжа и не раздражает слизистую глаз. В общем-то, такие вот клевые умывалки. Это сейчас поедет в номер к моим дочкам, ей будет пользоваться, получается, воспитатель Виктории и Катюшка. А этой мы будем с Антоном пользоваться. Надеюсь, что хватит до конца нашей бизнес такой вот поездки получается. Дальше заказала я, значит, пихтовиту, но не позже, там еще кучка мала есть. Закончился у нас малофтилин. Хочу еще раз повториться, что Signum One плюс малофтилин плюс кислородный бальзам — это очень крутая суперсмесь. Когда вы его намешиваете, то все получается просто очень здорово. То есть все по одной капельке на руку можно наносить, на лицо, на ожоги, на укусы, в общем, на раздражение. Ну и, конечно, просто как обычное уходовое средство. Это для меня лично это очень-очень важно. У меня осталась одна открытая штучка, поэтому я у Райхоны попросила 3 малофтилина с артикулом 709-12. Он идет как для ухода за кожей лица и тела, активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи при регулярном применении, предотвращает увядание. Но тут просто обалденный состав. И в составе тут есть, смотрите, это прям кладезь.
всего, что нужно. Значит, он идет как проводник биологически активных веществ, он транспортирует через кожу природные компоненты крема, усиливает их активность, то есть тут такая вот штука есть, и получается усиливает их активность и продолжительность действия в несколько раз. Ну, это просто очень крутой крем. Значит, активные компоненты тут идут: натуральные масла макадамии, жажаба, бурити, кедра, экстракт конского каштана, календулы, облепихи, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, D-пантенол, мумиё, ионы цинка, меди, витамины Е и F. То есть это и молодость, это и заживление. Вот этот крем, он просто вот, у него практически нет недостатков. Почему практически? Потому что он для меня лично не очень вкусно пахнет. Не очень вкусно пахнет, но он до такой степени экономичный, жирный и питательный, просто заживляющий. Это просто супер-мега-класс, да. Но пахнет он, конечно, не знаю, даже, наверное, вот знаете, ранешние детские кремы из аптечки. Ну, вот он что-то типа этого. Поэтому вот я взяла 3 штучки. Честно сказать, начало появляться раздражение. Почему? Потому что мы решили покушать очень много фруктов. И покушали их так круто, так здорово, что и Катюшка усыпалась, и у Викуськи что-то попа не того. В общем, кремы уйдут, и я надеюсь, их хватит нам, потому что в Таджикистане мы будем 13 дней. У нас еще остались дыни, черешни, виноград, но мы это все уже спрятали в холодильник, и пока больше Викуськи не даем. Это я в отельном халате сижу после душа. Сегодня у нас, кстати, была очень классная, суперская программа. Я просто обожаю компанию Faberlic за возможности. И если бы не Faberlic, я бы, конечно, 17 стран точно бы не объехала. Далее, кислородный бальзам. Обязательно его себе заказали. Наносим вот эту смесь Signum One. Кислородный бальзам, алофтилин везде. Даже мужу на лицо я наношу, себе на лицо я наношу. Еще могу сверху толстым слоем нанести вот эту всю смесь. И еще сверху могу пришпандорить какую-нибудь маску, потому что с собой я взяла еще маски. Кстати, Signum, я сейчас вам скажу артикул, чтобы предупредить вопросы, да, вот такой 158-15, вот один закрытый остался, мы брали с собой 3 штучки, использовали уже 1,5. Пустые баночки Таджикистана у меня, так же, как и Казахстана, будут. Вот этот Signum, он идет как универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Очень легкий, классный, клевый. Вот. И поддержка иммунной системы, и геропротекторное действие. Если брать, допустим, аргинин, что мне очень-очень понравилось, да, когда вы берете аргинин, плюс вы берете, ну, смешиваете все вместе, да, как вы видите, уже полупустой тюбик, можно смазывать спину и так далее. Очень хорошее действие. То есть спина, коленки, где-то что-то болит. Вот я недавно, знаете, у нас какая история получилась? Расскажу вам, да, расскажу, потому что товара мало, истории можно рассказывать. Это просто трэш. Я сильно повредила руку об сумку. Каким образом? То есть мы долетели из Казахстана в Ташкент, прилетели около 12 ночи, вот, папа с 2 сумками, воспитатель с 1 сумкой, я с 1 и Катюшка с 1. И мы решили, нам сказали, что это намного быстрее, и на самом деле, да, это намного быстрее, перейти пешком через границу. Ну, во-первых, это была ночь, было темно, мы в таком каком-то, какой-то панике добирались, ничего не знаем. И вот эти сумки мы за собой таскали, таскали и протаскали практически где-то около 1,5 часов. И я с утра просыпаюсь, у меня болит рука. Болит мышца, я ее, наверное, скорее всего, растянула вот в этом вот месте. Просто я не могу ее ни согнуть, ни разогнуть. То есть я не могу держать стакан с водой даже, вы представляете? Я не могу открыть дверную ручку. Боль просто ужасная. Что я сделала? Значит, бальзам-растирка с пчелиным ядом 1280, он у нас покрасился немножко. Signum One 158-15. Универсальный крем с аргинином 127,9, ну, 12,79. Вот эти 3 средства я просто выдавила на ладошку. Знаете, вот так вот, немножко, по чуть-чуть. Да, вот смотрите, буквально вот так вот, по чуть-чуть я выдавила. Взяла открытый. Открытый взяла. Вот. Совсем вот так немножечко. Все это в руке. Ну, этот уже бальзам-растирка пчелиным ядом, он уже практически закончился, потому что я им лечила спину. Вот так в руках растерла. И намазала плечи, руки и так далее. И вы знаете, у меня все буквально за 1,5 суток прошло. Очень сильное растяжение прошло за 1,5 суток. Я прям довольна. И причем, когда эту смесь наносишь, вот это вот трио, когда наносишь, получается, знаете что, практически мгновенный, но вот за 3-5 минут эффект того, что боль проходит.
боль проходит, и это дорогого стоит, потому что в компании Faberlic все больше и больше средств, которые просто, ну вот проходит и все, здорово. Сегодня вот этим трио, да, у меня немножко застреляло в коленку, все вы знаете, что у меня ломаная нога, несколько раз уже вам показывала здоровенный шов, каждый раз им в камеру тыкать не буду, не все любят, вот, и у меня опять-таки застреляло в коленку, коленка заболела, раз, два, три, пока я красилась, сегодня было мероприятие, тут вставлю вам сейчас ролик, и вы только представьте, я встала, пошла на мероприятие, у меня уже коленка не болит. То есть, я так понимаю, он сначала делает обезболивающий какой-то эффект, потом лечит, и уже вечер, да, то есть мы поехали к 11, это видео я снимаю, как вы видите, уже темнеет, ну, где-то часов 10 боль не вернулась. Я вообще очень довольна. И вот это снимает боль, заживляет там мышцы, колени и так далее, смесь. А вот эта смесь, вот это плюс это и плюс это, снимает тоже много каких раздражений. Или просто вы хотите помолодеть, тоже можно месяц утром, вечером понаносить. То есть только, конечно, не так много, как я выдавила. Да? Вот, но чуть-чуть поменьше, но практически столько же, в принципе, да, потому что еще же декольте, шея, за ними тоже нужен уход. Поэтому вот такой вот кислородный бальзам для меня, это прям мой фаворит, потому что этот бальзам тоже очень много чего хорошего для меня сделал, потому что он содержит максимальное содержание кислородного комплекса, это универсальное средство для поддержания красоты и комфорта кожи, мгновенно увлажняет, удерживает влагу в течение 72 часов. Кстати, вот про влагу в течение 72 часов в Таджикистане самое то, тут очень сухо, тут все высыхает, тут мы погуляли по городу, очень много просто высохшей травы, то есть она после дождичка сколько-то вырастает, а потом просто погибает, да, должны понимать, какая тут засуха. Я не знаю, почему тут столько много зеленых деревьев. Вот. И также запускает самообновление кожи, детоксикацию кожи, восстанавливает защитный барьер, устраняет дискомфорт, наполняет жизнь, оберегает от воздействия негативных факторов окружающей среды. Кожа более упругая, мягко сияющая. То есть, если это с тем, да еще и с этим, и с тем, да, смешать, все перемешать, то получается просто чудо-вещь, которую я прям обожаю и теперь уважаю, и теперь прям всем советую. Итак, в поездку мы еще решили попить пихтовиту. Почему? Почему именно пихтовиту? Потому что тут чистейший состав, прямо наичистейший состав, и она очень удобная в применении. То есть это идет концентрат безалкогольного напитка на основе пихты сибирской. И состав тут, смотрите, водяной экстракт хвои пихты сибирской. Да, она стоит дороговато, рублей, наверное, тоже 500. То есть это такой вот флакончик, немножко окрашивает цвет и вкус в хвойный такой цвет, да, такой красновато-рыженький, что ли, да, тут капельки у нас капать, да, таким вот образом, такие вот капельки вот такого вот цвета, и я вам могу сказать, что я безумно довольна, что это у нас есть, это пьет и Викуся, и Катюша, и Антошка, и я, и всей семьей. Поэтому мы взяли 3 штуки, потому что из Таджикистана мы тоже не домой. И, конечно, нужно запасаться такими средствами обязательно. Что он дает? Укрепление иммунитета, эффективная защита от свободных радикалов, повышение физической и умственной работоспособности. Ох, как мне это надо. Я сегодня давала выступление 2-часовое. И могу сказать, что собраться потом в кучу перед выступлением в такую же речь, под 40 градусов, у нас реально 40, 42, 49, это очень сильная жара, даже ночью жарко просто по улице погулять. И добавок ко всему, это натуральный источник железа. 10 капель нужно накапать на 100-200 мл жидкости, и все, и можно принимать. То есть вот прямо чувствовать себя лучше начинаю. Вот у меня первый прием пищи с утра вообще, да, это стакан воды, горячей, холодной, да, когда как получается, смотря куда мы торопимся, смотря во сколько мы встали, проспали, не проспали, да. Вот, и второй прием, это, конечно, пихтовита. То есть железо, ну как без железа, да, то есть повышение физической и умственной работоспособности, как без этого, когда хочется погулять по незнакомому городу Ходжанде, мы первый раз, и я могу сказать, что очень красивый город на реке Сырдарья, и это, конечно, круто. Так, значит, дальше.
Дальше, дальше. Катюшка попросила Energy Boom для нее. Она еще попросила No Stress, но No Stress'а не было, к сожалению. Ей очень нравится No Stress. Он ее успокаивает, там в составе идет магний и так далее. Ну, я ей просто магний дала, говорю, его нету. Значит, что у нас получается? С артиклом 157-27 вот такие вот капсулки, которые очень хорошо заменяют кофе. И действительно здорово и классно поднимают энергию. Плюс тут в составе еще идут и витамины. Да, то есть тут в составе идет, кстати, есть кофеин, как я вижу. Так, значит, микрокристаллическая целлюлеза, кофеин, экстракт плодов гуараны, кальций, стеарат. В общем, хорошие, да, антислеживающие агенты также. Хороший состав, и мы пьем его с превеликим удовольствием, когда нужна энергия, хочется работать. Я ей, Катюшке, сколько раз говорила, а кофе вреднее вот этого Energy Boom. Дальше, гель для интимной гигиены. У меня подошел к концу артикул 87.22. Вот, если гелем для интимной гигиены Катюшка одна пользуется, то мы тут с Антохой вдвоем. Он реально шикарный. Он хорошо пенится, его надолго хватает, но тут что-то вот немножко мы не угадали с количеством, да и много с собой брать абсолютно не хочется. Это еще один D3. Вот дальше, значит, гель для душа Витамания, арбуз и дыня с фруктовыми кислотами. Он мне очень понравился, легкий, классный, он не приторно сладкий. Он идет такая, знаете, озоновая арбузная свежесть. Или, наверное, бабл-гамовая какая-то свежесть. Да? Ну, что-то вот такое реально прикольное. Артикул 2875 очень понравился. Нисколько он не химозный. Клевый и классный. Рекомендую. Прям порадуйте себя вот классным и таким солнечным настроением. Реально солнечное настроение. Дальше, значит, у нас с вами идет что? Идет крем-гель для душа обновляющий, ароматный уход. Идет с персиком. Молочный протеин, персик. Тоже очень-очень понравился. Артикул 79-73. Ну да, такой, знаете, кисленький аромат, аж слюнки выделяются, вот такой вот кисленький. А молочные протеины ухаживают за кожей. Ну, конечно, я с собой кремов много набрала. И для лица, и для тела, и так далее. И плюс еще кислородного бальзама я с собой набрала. Поэтому, конечно, и еще мне пришел кислородный бальзам. Вот, и вот такая вот помощь мне, да, с артикулом 79-73. Ну и полностью закончился у меня шампунь. Поэтому пустые баночки Таджикистана вас очень порадуют, кто будет смотреть, потому что там очень много, потому что мы все средства еще в Казахстане открыли, да? Да, и там уже будет, получается, 13-13, 26 дней, да, пустые баночки за 26 дней в поездке. Кстати, мы еще используем пластины для стирки. Очень классно, очень удобно. Я прям довольна. Артикул 27-31. Это шампунь для всех типов волос идет. Чем он мне понравился? Волосы после него как будто уже как после ухода. Они не так сильно просят какой-либо бальзам. Но я все равно наношу маску. После маски я обязательно наношу бальзам. Знаете, что я недавно узнала? Лайфхак вам. Годный, действенный, как говорится. Что получилось? Мы разговорились с мастером по волосам. Она очень много где ездит, очень много изучает, обучается. Сама ведет обучение. У нее несколько торговых точек. Работает она только на ритуале. В общем, да, то есть она мне ходит, красит голову. И так получилось, что я ей говорю: слушай, я вот маски сейчас делаю чаще, чем бальзам. Она говорит: а зачем? После маски, говорит, всегда нужно наносить бальзам. Кстати, у него очень приятный еще аромат. Вот. Я говорю: а почему? Она мне объяснила, что маски, они идут такие, как вам даже сказать, мелкодисперсные. И в этих масках у нас, получается, они поухаживали, а бальзам, он уже закрывает чешуйки после маски. То есть маска для нее, оказывается, нужно глубокое вот это вот проникновение и так далее, да. То есть и это совсем не так, как действует, да. То есть оно попитало волос, маску мы смыли, а потом уже наносим бальзам. Бальзам подержали 2-3 минутки и потом уже смыли. Вот так вот. Я с собой ни одного бальзама не взяла, но мой специалист сказала так: Леночка, да, мы с ней снимали видео как-то на YouTube. Кто давно на меня подписан, наверное, знает. И она сказала, что обязательно после маски нужно также ухаживать за волосами и наносить бальзам. Вот, она, конечно, не знает, что я с собой не взяла ни одного бальзама практически. В общем, не знаю, какие волосы я ей привезу, как она их будет опять лечить и восстанавливать. В общем, такая вот история. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео, в пустых баночках, скорее всего. Всем пока-пока!